Взгляд знающего. Часть вторая. Кто-нибудь на помощь! Я здесь! Помогите! Милая, я с тобой. Ты в порядке? Что произошло? Больно. Хочу к папе. Хорошо, я тебе помогу. Как тебя зовут? Меня зовут Рэйчел. Рэйчел, меня зовут Майя. Я помогу тебе найти отца, но сначала мне нужно позвать кого-нибудь на помощь. О нет, где мой телефон? Наверное, оставила в автобусе. Я скоро вернусь, обещаю. Подожди. Возьми куколку. Она поможет тебе найти моего папу. Когда я вернулась в автобус, то нигде не могла найти свой телефон. Как вдруг увидела ту книгу. Страницы в ней были заполнены именами. Я должна была вернуться к Рэйчел. Извините, сэр. Я потерялась. Пожалуйста, помогите мне. Продолжение следует.